Всем привет, с вами Stonecrush, и мы продолжаем Assassin's Creed Odyssey. А, блин, у меня микрофон глюченный. Погодите. Сейчас должно работать нормально. О. Теперь каналы ровно идут. Странно, почему у ассасина каналы ровно не идут? Ладно. Я уж поздоровался. А, 77 часов мы играем. Осталось, если честно, недолго. Сейчас нам надо артефакт найти. Прокачиваться нет смысла уже, у нас уже максимальный уровень считается. Сейчас только квесты выполняем основные. Что же нам теперь делать? В чем дело? Работники больны. Моей семье нечего будет есть, а их семьями подавно. Хорошо, что это не кара богов, а телесная хворь. Точнее, болезнь горла. Работников можно вылечить. Было бы чем. Мистия, сможешь все раздобыть? Они не должны страдать. Конечно. Добродетель заслуживает награды, правда? Конечно, конечно. У меня есть чем наградить тебя за работу. Ты поможешь? Я помогу. Прекрасно. Мои инструменты в древней жемчужине, а снадобья в бухте любви. Понятно. Древняя жемчужина большая. Где мне искать инструменты? В крепости Вриса есть лечебница. Где в бухте любви мне нужно искать? В доме предводителя в Метелине, к северо-востоку от храма. Я принесу все, что нужно. Так, у нас ничего левого не включено. Помочь работникам. Проверяю просто, мало ли. Камера женщины-лекарь. Тебе работникам помочь, а мне артефакт нужен. Угу. Ничего, вы как далеко меня загоняете-то, а? Найди инструменты лекарства, она... А это баг какой-то был или что? Фей, потомок богов. Ах.
Так. Здесь меня могут заметить. Вот сюда нам надо. Вот это, да? А его убить что ли надо? А, так это правитель. Правителя убил. Серьезно? Нет, надо было не правителя убить, а вот это взять. Ее инструменты в крепости Вриса. Инструменты взять. А я правителя убил. Ну так. Мешался на дороге. Мешался правитель по дороге, я его убил. Только стал новым правителем. Весело. Честно, я не хотел его убивать. Я просто подумал, не знаю, что на меня нашло. Я думал, это инструменты. Британский правитель, предводитель повержен. Крепость Вриса. Это крепость Вриса. Осмотрелся всяких споров. Ну это такое себе, конечно. Истинное мнение, не истинное мнение. По определению там, по фактам. Ну, факты, если есть, ладно. Это можно объективно считать. Нет фактов. Это уже субъективно. И как всегда, все дело в критиках. Опять критики. Инструменты лекаря. Я нашла все, что нужно лекарю. Так, только надо сейчас выбраться. Выбраться надо. Так, выбрались. Идем к лекарю. Волк, уйди.
Ты мне не интересен. Да, да почему я не бегу-то, когда волк на меня нападает? Стоя встал, блин, как не знаю кто. Начал, конечно, поздновато. Но от этого народа не прибавляется. Что раньше, что позже, без разницы. Ассасин уже всем надоел. Я нашла инструменты. Спасибо. Это особые инструменты. Без них мне было бы не обойтись. Что в них особо бедного? Урожай! Кажется, он волновал тебя больше всего. Нет винограда, нет работы. Ты помогла людям и спасла виноградник. Вот, возьми. Чё себе, 1090 драхм. Могли бы и приберечь. Но этот опыт мне не нужен. Пока есть садонян-то? Блин. Нормальные. Ой, не нормальные, а... сюжетные. Мне надо найти же этот артефакт. А где его найти-то? Виноградники. Даже Маркус не испортил бы такой виноград. Плохо знаешь Маркуса. Осталось недолго, но 80 часов будет точно. Рамки белые. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Кто меня отравил? Звери, клыки, всюду клыки. Ты спасла меня и мои труды, и лекарства для статуи в окаменевшей долине. Зачем нужно лечить статуи? Ты ведь видела ужас на их застывших лицах? Это не статуи, а живые люди. Это что, болезнь? Я не знаю причин. Но хочу найти лекарство, эликсир, который не только исцелит их, но и позволит другим не бояться окаменения. Оно оживляет тех, кто был обращен в камень? Ну ничего себе. Да, но не совсем. Еще нет. Его нужно испытать и улучшить. Но у меня осталась одна порция. Чтобы сделать еще... мне нужны ингредиенты, а я сейчас не могу их собрать. Что нужно? Не так много, и все можно найти в виноградном ущелье. Если принесешь мне ингредиенты, сделаю и тебе эликсир. Я все принесу. Прекрасно. Тогда запомни, что нужно найти. Несколько грибов с медвежьего помета, слизь улитки конус и немного морозников. Странные ингредиенты. Откуда взялись статуи? Этого я не знаю. Проклятие богов? Великий ужас? Можешь сама на них взглянуть. Но лучше прихватить мой эликсир. Что за морозники? Это цветы, которые растут на вершине самой высокой горы в виноградном ущелье. И где эти грибы? На медвежьем помете. Обычно их можно найти в пещере, в горах к югу от дороги, ведущей в Метелену. На медвежьем помете нормально. Где найти улиток? Там, где теплые течения у восточного берега. Я ищу их в Акульей бухте. Но слизь должна быть свежей. Я найду все, что тебе понятно. Нужно. Понятно. Принеси их в мастерскую на холме, в восточной части Метелены. Эликсир. В
пещере, в горах и на берегу. Ну почему все нужное не может быть в одном месте? Ну, потому что разработчик так захотел. Логично. Ой, блин, как завязать из этого уже достало. Застревание вот это. Я, наверное, когда закончу, даже у меня сил не хватит, чтобы высказаться по поводу игры. Я от нее так устал. Нужное место. Пещера где-то здесь, а в ней грибы. Вот они, грибы. А вот Мишка. Не, Мишка, иди отсюда. Сегодня я тебя не буду убивать. Нет смысла не убивать уже врагов, вообще никакого. Кстати, да, надо посмотреть, не лагает ли игра. О, у меня стоит все нормально, да не должно лагать. На стриме имеется в виду. Гора. Где-то здесь должны расти морозники. Вот они. Ой, уйдите. Нельзя брать предмет, пока мы сражаемся в бою. Ну что это такое, а? А так бы взял, убежал. Что за зелье такое? Может, она обманщица какая-нибудь? Как та ведьма. Ох. Пуля бухта. Не зря называется акуля, значит, здесь есть акулы. Конечно, есть. Вот она. Место. Тут можно найти улиток. Да.
Ой, иди нафиг, а. Уйди. Слушайте, давайте из лука ее расстреляем, да и все. Вот. Вот и делов-то. Вот вам и акулы. Здесь улитки. И сундук. А, я акула. Нам эти сундуки не нужны на самом деле. А кому квест-то сдавать? Где она была? А вот она. Не сегодня пройдем, так завтра. О, Сапфо. А, не буду ничего брать. Вернулась. Собрала все, что нужно? Да. Хорошо. Теперь я смогу сделать еще эликсир. Но сперва нужно убедиться, что он безвреден. На столе стоит последний фиал. Я берегла его для тебя. Я не выпью эликсир из грибов с медвежьего помета. Не глупи. Выпей, и тогда точно не окаменеешь. Я что-то сомневаюсь. Что? Ты ведь веришь, что он действует, верно? Ты, видно, не в себе. Нет, 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 выпей сейчас же. Мне нужны образы для статуй. Это не статуи, они мои дети. А, нас, она, а, это эликсир окаменения, понятно. Понятно. Она нас хотела окаменить. Ясно все с ней. Она сумасшедшая. Она просто людей в статуи превращает с помощью эликсира. Ты оборзевшая? А? Я себе исчезла? Оборзевшая. Ах. Блять, какая она долгая, а? Просто обман.
Ну, я, честно говоря, этого и ожидал. Это обман. Жесть, сколько тут квестов. Сын рыбака, говорноса заждались. По спасению любви. Еще и далеко бежать. На коне тут не проскочишь. Да ладно, давайте попробуем. Конь. Элла. Скали. Видите, как конь какой медленный. Че, объезжать все конем, видите? Он сюда не прыгнет. Ну, это вот так. Ну вот как вот эту стену преодолеть с конем? Да блин, какая хэва. Короче, конь бесполезен. Конь только на прямых дорогах нормально, а когда тут дороги никакие. Конь никак не поможет. Давайте еще раз коня. Прискакал. Как он прискакивает, непонятно. Ладно, у тебя побыстрее. В воду он не полезет. Только обходить. Пейте вожака, да нужен он мне. Вы, наверное, спросите меня, блин, зачем я в воду упал? Ладно. Вон сюда. Ко мне даже прибежать не может. А нет, бежит. Он обошел. Сейчас конь разобьется. Далее что было? Бедная воздушность Рероса. Рероса.
Так, точка синхронизации. Лучше восприятие, да ему уже некуда улучшать-то его. Ну, погнали сюда. Опять кого-то судить. Эгей еще там. Ее забрали, но ее можно спасти. Мистия! Боги слышат. Помоги мне! Молчи, змея. Что такое? Мы воздадим этому чудовищу по заслугам. Они все сошли с ума. Думают, что я принесла Легею в жертву твари из леса. А ну, прикуси язык. Она точно в сговоре с великим ужасом. Она напугана. Прошу, Легею забрали. Если умру, кто спасет ее? Я спасу Легею и убью любое чудище на пути. Что ты такое говоришь? Она приведет тебя к застывшему храму, к смерти. О каком чудовище ты говоришь? О бессердечном, неведомом. Убьем эту нечестивицу, пока она не привела ужас к нам. Я бы тебя убил. Ты сказала, что тварь живет в лесу. И где же? За застывшим храмом к северу отсюда. Ужасное место. Там лишь мрак и камень. И там, наверное, там артефакт. Там древние руины, откуда нет возврата. Ну и хорошо. Ты упомянула Легею. Она... Она смелая. Не как я. Она дочь Артемиды. Прекрасная. Дочь Артемиды, блин. Что великий ужас пообещал тебе за ее душу? Она жива, Мистия. Я знаю. Если этот ужас схватил Легею живой, нужно спешить. За мной. Осторожно. Этими людьми движет страх. Она пойдет со мной. Не стойте у нас на пути. Она околдовала тебя, Мистия. Слушайте, мы должны спасти город, а чужаки должны умереть. Спрячься в храме. Я разберусь. Да базарился, уродец. Правильно, подстрекать или убить надо. Нефиг тут базарить всякую фигню. Она околдовала тебя. Ничего она не околдовывала. Себя дело, Мистия. Я хочу еще раз взглянуть Легее в глаза. Даже если умру. Будь осторожнее. И с моей помощью ты сможешь снова взглянуть в глаза любимой. Опять любимая. Ой, ё-моё. Знаешь, я не могу называть тебя просто ты. Меня зовут Брис. Кассандра. Легея ждет меня, Кассандра. Будь я в плену,
Мне бы не пришлось ждать ее. Не будем ее подводить. Куда идти? В святилище, в руинах ужаса, в окаменевшей долине. И ты удивилась, что ее похитили? Здесь опасно. Нужно покинуть город. Сейчас нет смысла квесты выполнять, потому что опыта не дают. Дай награду за мой голод, да пофигу. Они сами начали. Они сами сказали убить. Это была самозащита. Таран-таран-таран. Руины ужаса. Спасение любви, все? Не понял. Темная сторона любви. Она обманула меня, наверное, да? Это наше тайное место. Запретное место. Запретной любви. Понятно. Романтики мало. Сомнительное гнездышко. Я нашла лоскуты, ведущие в логово ужаса. Мы должны спешить. Пора найти Лигею. Иди вперед. Следуйте за бритв логово великого ужаса. Мне это логово великого ужаса, наверное, и надо. Там, наверное, артефакты есть. Хотя оно вон желтым горит. Да я сам добегу. Мне здесь не место. Да, это оно. Это оно. Ага, все в камень превратились. Медуза Горгона. Она за мной-то бежит, нет? Видимо, нет. Блин, расследуйте за Бриз. Она до меня не бежит даже. Может, она меня сюда заманила? Ну, мне все равно что-то надо. И там что-то этот... Что это за место? Здесь нет жизни. Слушай, давай договоримся. Держи. Держи, я тебе деньги отдал. Я тебе деньги отдал. Фига ли ты? Мне все равно толку от тебя убивать нету. Мне опыт за тебя не дадут. Че она так медленно идет? Пойдем быстрее. Если
ей не встретить Харона. Знала, что найду. Лигея! Лигея! Ура, наконец-то побежала. Сообразила наконец-то. Мы во владении их ужаса. Слушай, даже звуки боятся того, что прячет тут. Лигея! Это ты! Кассандра, она жива! Нужно попасть внутрь. Но я не вижу входа. И по стенам не забраться. Она должна быть здесь, рядом со мной, в моих объятиях. Ой, как же вы достали вот мы это вот. Мы встречались в руинах ужаса. Я припозднилась. Хотела найти Розу, достойную ее красоты. Это все я, если бы я успела. Вас обеих схватили бы. Но вместе. Ты искала Розу. Подарок. Не жалей о благородных порывах. Спасибо. Что ты знаешь об этом месте? Лигея, дочь Артемиды. Когда-то ее тренировали здесь. Есть легенда о древнем артефакте, который забрали из змеиной ямы. Лигея думала, что он в деревне дочерей на Хиосе. Я найду. Еще есть наемник. Он говорит всем, что убил чудовище. Невозможно. Многие верят. Он может что-то знать. На Хиос теперь. Итак, Лигея знала, как пробраться в логово. Где находится ключ? Дочери Артемиды хранят самое дорогое в пещере в своей деревне. Ее защищают воины и звери. Ключ сделан в форме диска. Его должны хранить там. Этот наемник, победивший великий ужас. Где его искать? Он ждет в храме на холме, что в древней жемчужине. Многие воины зарабатывают себе имя, бросая ему вызов. Но он не мог убить тварь. Иначе кто схватил Лигею? Ты видела чудовище? Нет, но лишь ужас достаточно свиреп, чтобы справиться с Лигеей. Она сильна. И упрямо. Я проберусь в логово и убью чудовище. А я найду Розу, которую должна отдать Лигея. Вспомнит со временем кто-нибудь, поверь, и нас. Это Сапфо. Мы любим ее. Прошу, Кассандра, скорее. Древняя жемчужина. Темная сторона любви. Да-ра-да-ра-дам. Темная сторона любви. Угу. Та самая деревня с Артемидами, да? О, господи. Опять туда. Бей лидера и станешь лидером. Ну, типично. Это просто, ну, вспоминается вчерашний квест. Несколько заданий. Найдите деревню охотниц на острове Хиос. Ее не надо искать, я ее уже находил. Mm-hmm.
дочери Артемиды, как Брис и сказала. Пещера с ключом где-то здесь. Угу. Это тут. Пещера Аркты. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Эти пещеры, найдите реликвию. Есть мишки. Мишки. Нет дела до мишек сейчас. Да куда ты? Диск из рассказа Лигии. Надеюсь, он откроет проход в логово. Так, пещеру открыли. Ой, пещеру исследовали. Непростая охота. Ничего сложного не увидел. Та-ра-та-ра-дам. Та-ра-та-ра-дам. Можно вылезти-то? Они что, меня увидели, что ли? Ой, начинается. Сейчас вопрос откроем. Пещера Пактия. Так. Что у нас с заданиями? Найдите наемника и спросите у него о копье. Почему? Опять мишки, да? Да блин. Нельзя переместиться. Надо так, когда музыка эта успокоится, видимо. Вот так сесть. Наемник этот рядом.
А вот и храм на холме. А вот он наемник. Наши жизни, как восход и закат солнца. О чем ты? Мы рождаемся во тьме и поднимаемся к высочайшим вершинам, а оттуда вновь уходим во тьму. И воин, и философ. Впервые вижу. Это не философия, это истина. Я открыл ее, познав насилие и рок, и увидев истинное зло. Ты о великом ужасе? Чудовище. Когда оно напало на нас, мы хотели одного — выжить. Копье помогло не попасться ему на глаза. Мне повезло, друзьям нет. Как тебе удалось победить чудовище? Все случилось так быстро. Мы хотели ворваться в храм и загнать его в угол, но оно напало на нас из засады. Времени на раздумья не осталось. Но зачем вы отправились к чудовищу? Люди в масках наняли нас украсть древнюю реликвию из его логова. Культисты, наверное. Расскажи, что за вещь вы должны были выкрасть? Кажется, они и сами не знали, что это. Убив чудовище, я хотел обыскать логово, но оно было закрыто. Отдай мне копье. Мы воины. Отдать это копье без боя означает опозорить павших. Ладно. Ты сам этого хотел. Ты сам хотел, напросился. Нанимать буду его. Я смотрю, вроде обычное копье. Я его нанял. Зет ушедший. Не стал его убивать. Ключ к счастью. С вопросом. А почему я не могу переместиться быстро сюда? А, потому что, видимо, бой какой-то еще. Наемник ничего не знает. Он не заходил в логово. Зря потратили время. Лигея ждет, а мы ничего не добились. Не совсем. У наемника было копье. Он говорит, что убил им ужас. Нет, нет. Тварь забрала Лигею. Ужас не мертв. Даже сейчас он в логове. Возможно, мы просто чего-то еще не поняли. Ты нашла путь внутрь логова. Лигея была права. Дочери Артемиды охраняли этот диск? Ключ. Это. Мы сможем пройти внутрь. Эти текстуры что-то мелькают. Ты ранила кого-то из дочерей, выкрав диск? В насилии не было нужды. Дочери Артемида ничего не заметили. Тюхи на нашей стороне. У Лигеи есть шанс. Не стал я их убивать. Потому что я знал, что ей это не понравится. Скользкое дело. Ты опыта дофига даю, да? За это. Великий ужас. Лигея! Лигея!
Малвака. Брис, ты не понимаешь, что... Брис! Что-то Брис. Сейчас что-то с ней случится. Лишь одно существо превращает жертву в камень. Медуза Горгона. Или Горгулья. Да, Горгона. Лигея! Нет! Лигея! Это я! Брис! Вот в кого Лигея превратилась. Брис! Она еще и сломала ее, нормально. Медуза. Габриэлас, пророк. Какой-то вспыльчивый. Мне их что, убивать что ли надо? Твою армия. Вот опор вспоминается. Там медуза красавица не была. Но это тоже правда не красавица. А, понятно. Она бьет только тогда, когда... Мне кажется, это затянутый босс будет. Жесть, она жирная. Может, она убивает только копьем, фиг знает. Сама себя окаменивай. Опять ее каменные солдаты. Зараза. Еще и так она и парировать умеет, ё-моё. Да блин! Какой затянутый босс.
Это я с полной прокачкой, блин. Такой затянут это он. Это полная прокачка, понимаете? А если бы я пришел с меньшим уровнем, я бы вообще не победил бы. Это не сложный босс, он просто нудный. Он просто долгий. Ой, камень сейчас превратится. Повезло. А может и не повезло. Блин. Ой. Уйди со своим лазером. Бегает лазера от взгляда ее. Блин. Мы почти в камень превратились. Блин, жесть, она жирная, конечно. Просто страшно жирная. Все, готово. Должно быть, Лигея подобрала артефакт и превратилась в эту тварь. Интересно, сколько людей стали великим ужасом за все время? А мы не превратимся? А нет, мы справляемся. Все, последний артефакт наконец нашли. Вспомнит со временем кто-нибудь, поверь, и нас. Минус 25% во время восстановления всех способностей. Меч Персея. Тот самый, которым он Медузу Горгону убил. Ну и какая у него? И в чем смысл его меча, этого меча, меча Персея? А, Сика Прометея. А где меч Персея? А, вот. А, это Ксифос Горгоны. Другой меч. А вот меч Персея. Охотник, критический урон, понятно. Мне интересно. Что она просто в камень превратила? Окаменение не лечится, что ли? Медуза Горгона не существовала на самом деле, это миф.
Какого фига медузу Горгона в историческую? Иди, это же история как бы. Возвращаемся-то в прошлое. Если войны, то они на самом деле были? Там Спарта против персов. Найдите артефакты и разместите их. Ну погнали. Размещать артефакты. Да, Горгона была долгая. Долгая и нудная. Скорее всего, это проход в DLC какой-нибудь. Не удивлюсь. А где размещать-то эти артефакты? А, вот. Славно. Было трудно добыть артефакт. У владельца было много вопросов. Жаль, что ты не пошел. Совпадение во времени. Скорее желание обрести голос. Я заменю ваши записи. С людей довольно ваших напыщенных речей. Я Алитея, истина и откровение. И я спрашиваю вас, Ису, что хотят изменить законы Вселенной, манипулируя человечеством. Чего вы хотите достичь? Алитея? Считаете людей приматами, создали артефакты, чтобы управлять ими. Вас так пугает их потенциал? Это какой-то искусственный интеллект в Древней Греции, да? Дипломатия, свои культура и искусство. Дружба выгодна всем, но вы не видите в них равных. В своей жажде бессмертия вы упустили очевидное. Столько симуляций, чтобы оградить себя от перемен. Напрасно. Перемены грядут. И не только конец света, что так вас страшит. Зовете себя спасителями, но скажите, не стал ли конец света результатом вашего вмешательства в законы Вселенной? Я слышу ваши ретрансляции. Вы больше не говорите за всех нас. Я тоже Ису, но больше не буду участвовать в эксплуатации людей. Те, кто был до нас, говорят, открывают истину, но их слова осуждают и тревожат. Боги вздорили и раньше. Афины и Посейдон спорили за Афины. Возможно, здесь победила Алитея. Кто она вообще такая? Быстрее. Этот артефакт поможет нам закрыть храм. Ты упрям, как его предыдущий владелец. Минотавр, что ли? Скорее всего, Минотавр. Древняя страница. Эта запись призвана помочь тебе. Знаю, это сложно понять. Ис увидит варианты прошлого и будущего. Ты еще вернешься сюда. Другие предтечи будут испытывать себя. Артефакты, существа. А ведь еще есть проект Олимп. Они перешли все границы. Я не могу тебя направить. Будущее зависит от множества решений и принимать их себе. Многие из них принесут себе боль. Трагедии ваших драматургов станут пророчеством. Но прошу, не сдавайся. Ты куда важнее, чем тебе кажется.
И у меня, как в ящике Пандоры, осталось лишь одно — надежда. Мы несем не только отчаяние. Как и я, ты восстала против своей судьбы. Твои героические деяния будут жить в веках. Не забывай, что знаешь истину, и победишь. Займи место в истории. Все ужасы и красоты этого мира твои по праву. Прими их. Алитея видит будущее. Варианты будущего. Может, это пророчество? Алитея — это просто Доктор Стрэндж. Отлично. Очень скоро мы сможем закрыть храм. Я была на волоске от смерти. Древний мудрец, твоя жизнь длилась слишком долго. Я знаю, что ты скрываешься от мира, разгадывая послание предтеч. Позволь дать себе совет. Ты пытался постичь суть уравнений реальности, достиг большего, чем кто-либо из людей. Это чудесно и трагично. Крупицы знания Вселенной хватило, чтобы исказить твое восприятие. Мне жаль. Предтеча не стоило открывать тебе того, к чему ты не готов. Ты живешь во тьме одержимости. Пойми, что твоим наследием должны стать не тяга к власти и не узы крови. Предтечи просто управляли тобой. Использовали твой разум для своих эгоистичных целей. Ты выше этого. Оставь наследие. И пусть твои математические открытия сияют даже после твоей смерти. Прошу, мудрец, очисть разум и сосредоточься на настоящем. У тебя в руках могущественный артефакт. Он достаточно продлевал твою жизнь. Это непросто, но лучше отдай его. Позволь другим закончить твои уравнения. Пифагор! Хоть и весьма разумное, как мне кажется. Ох, как же это отравляет. Тебе было сложно добыть этот артефакт? Пришлось не спускать с него глаз. Странница во времени. Поздравляю, ты многого достигла. Я рада, что мы можем общаться в этой реальности, вне времени. Я записываю это для тебя. Люди прошлого ничего не поймут. Наши симуляции однажды пересекутся. Думаешь, ты здесь? Слушаешь это сообщение? А может, это работа Анимуса? Может, часть большей симуляции? Как далеко расходятся круги на воде? Круги на воде... Мы говорим, как мятежники. Нас долго сдерживали правила предтеч. Пришло время новых путей и возможностей. Эра контроля сменилась эрой творения. Я собрала единомышленников, чтобы начать все сначала. Мы прекратим мешать и будем направлять. С нашей точки зрения подготовка займет немало времени, но потом мы будем рады видеть тебя среди нас. Ай, блин. Нужно лишь нажать на кнопку и провести еще одну симуляцию. Это бред.
ожидал слов мудрости, но услышал лишь бормотание безумцев. Успокойся, Пифагор. Может, приглашение предназначено не нам? Не стоит выходить из себя из-за каких-то слов. Глава Атлантиды. Раскрытие древних тайн. Просто невероятно. Знания, сокрытые здесь, ошеломляют. На расшифровку уйдут годы. Нужно закрыть Атлантиду. Ты знаешь, как это сделать? О, да-да, я знаю. И? Что делать? Жезл. Жезл — это ключ. Что ж, пора. Нет. Еще нет. Не теряй головы, я не хочу здесь умереть, приди в себе. Ну так это то же самое все. Послушай себя, ты сошел с ума. Нельзя знать всего. Ты должен с этим смириться. Знание — сила. Только ими стоит обладать. Какой ценой? Не смей помыкать мной или читать мне нотации. Ты хотел закрыть это место. Я лишь помогаю. Это было до того, как я понял, что здесь можно найти записи о первой цивилизации. О создании человечества. Мы скроем это место, чтобы культ не поработил человечество. Это важнее, чем жажда знаний. Но культ перестанет быть угрозой, когда мы обретем силу. Ладно, пойдем отсюда тогда. Нельзя оставлять это место открытым. Ты же знаешь. Тебе не понять. Твоя гордыня погубит нас всех. При чем тут гордыня? В чем прок от этих знаний, если ты обречешь людей на гибель? Именно этого ты хотел избежать. Иногда лучше позволить людям искать свой путь. Они не готовы к сокрытой здесь силе. Я мог убить его, представляете? Верно. Я не могу спасти. Непонятно зачем. Но могу защитить их от них самих. Он сам. Теперь это твое бремя. Судьба человечества будет зависеть от твоих решений. Он мне так же зло отдаст. А зачем его тогда убивать? Кассандра, решай мудро. Что? Ты серьезно? Серьезно? Ты умер? Просто умер? Отдав жезл? Что? Что за глупость? Как можно умереть, отдав жезл? Посох Гермеса Трисмегиста. Ну и нужен он мне. У меня теперь решение, закрыть или нет? Атлантиду нужно закрыть. Она опасна. Сейчас Лейва Хасан будет. Ну я же говорил. Доступно сражение? Лейва Хасан? Она сейчас драться будет? Все готово. Так что? Сезам, откройся! Привет, Рома. Какая мощь! Таких соединений я в жизни не видела. Этот храм Ису устроен сложнее всех, что мы видели. Чем Лиссабон, чем Арктика. Я все записываю, Лейла. Это открытие точно тебя прославит. Ты видишь где-нибудь жезл? Нет, но я не все осмотрела. Он где-то здесь. Жезл должна Кассандра оставить. В чем дело? Не знаю. Надо свериться с записями об Ису. Все ясно. Не хватает одного луча. Надо исправить.
бегать будешь? Так, а как исправить-то? В это полезть надо, скорее всего. А, вон. А как мы залезем туда? Есть варианты? Мы сейчас найдем. Да. Извиняюсь. О, упали. Разбились, нет? Не разбились. Обалденно. Я думаю, разобьемся. Видимо, Илэйва Хасан у нас бессмертная, да? Да, как? Просто наверх подняться. Дурень. Я про себя. Да куда ты? Вроде можно лезть куда угодно, а на самом деле нет. Да. Они сейчас сохраняют постоянно меня. Ладно, вот так давайте. Прыганем. Кажется, эту колонну можно сдвинуть. Похоже на колоннах зеркала. Если перенаправить эти лучи, может, они осветят что-то важное. Мы это уже видели. Головоломка уже не новая. Зеркало? Или это не зеркало? Хм.
Блин, да отцепись ты. Да что за... Что не отражается? Или оно не должно не так отражаться? А вот как. А это как должно отражаться? У меня другая неправильно стоит. Свет не туда падает совсем. Что-то я не понял. Тут-то зеркало как-то не так стоит, мне кажется. Вот это надо развернуть. Нельзя это развернуть? А это зачем? А я могу в сторону? Нет, в сторону я не могу, да? И как тогда? Очень странно. Видимо, надо как-то вот это стоп отразило. Правильно стояла. Какой, кстати-то. Во. Вот это уже похоже на что-то. А в тупик вела куда? А сейчас в тупик не ведет. Мне надо не эту поставить, а вот эту.
Почему-то луч не попадает в зеркало, да? Луч не попадает в зеркало. Как тогда? Странная голова. Придумали, блин. Значит, эту не надо, да? Ладно, давайте эту не будем. Ну, это делает луч сюда. Ас. И толку от этого. Все тупик. Это тупик. Значит, надо что-то как-то по-другому. Это не сдвинуть. Значит, только так, как я хотел. По-другому нельзя. Возможно, вот это надо преградить. Во. Сделано. Ух, сейчас разобьемся. Не разбились. Не разбились. Где же он? Кассандру же. Что? Мудрость в знании. Того, что ты ничего не знаешь. Так сказал мне друг. Ты что, серьезно? Невероятно. Кассандра? Вы серьезно? Вот вы совсем какая-то... Да. Меня звали хозяйка Орла. Да только Икар давно умер. Я тебя искала. Но как же ты... Но ведь ты искала не меня, верно? Артефакт Ису. Он действует. Жезл Гермеса Трисмегиста. У тебя должно быть много вопросов, Лейла. Умерла Кассандра, ну понятное дело. Но она пришла с жезлом. Ты знаешь мое имя? Может, боги сказали. Может, услышала в видении. Или из этой штуки в твоем ухе. Прости. Я пришла сюда с одной целью. Найти тебя и покончить с тем, что начала много веков назад. Странно. У меня твое копье. Вернуть его? А? Нет, оставь себе. Оно сломано. Но тебе это не мешало? В нем есть сила. С ним я побеждала врагов, которых даже Геродот не мог описать словами. Но всему приходит конец. Когда копье лишилось силы, я оставила его Геродоту на память. А в интересно, в оригинальном Ассасине приходил Альтаир к Дезмонду Майлсу? Мне столько нужно тебе сказать. Этот жезл очень важен. Ты жива благодаря ему. Но как?
Спроси ученика Гиппократа. Слышала, они еще остались. Жезл выполнил свою роль. Мы делаем все, чтобы Жезл не попал в руки тамплиеров. Послушай. Порядок, хаос. Кто бы ни победил, мир погибнет. Я сражалась с хаосом, но это принесло только беды. Я была на стороне порядка. Теперь я за право выбора. За хаос. Пифагор был прав. Ты ключ к исполнению пророчества. Ты восстановишь баланс, Лейла. Я за хаос. Классно, блин. Я видела слишком много войн. И слишком много смертей. Я прошла весь мир от края до края. Возьми. Теперь он твой. Пообещай кое-что. Конечно. Закончишь? Уничтожь его. Уничтожь их все. То есть, получается, она была бессмертной благодаря Жезлу? Ну ладно, там Зеленая Миля, но Зеленая Миля это книга была. Там он тоже не умер. Но, блин, здесь это как-то странно. Мне еще многое предстоит увидеть. Не терпится вернуться в Анимус и навестить Кассандру. Кассандра уже все. Но мы все равно возвращаемся к ней. Играть за нее. И это так тупо сейчас становится уже. Мы видим, как Кассандра умирает, а потом опять играем за нее. Это получается, что Кассандра победила. Как вы здесь оказались? Как всегда, шли по пятам. Геродот жаждал встречи с тобой. Пойми, Варнава, я обязан исследовать Тиру. Остров хранит великую тайну. Да, но не целый мир. А почему бы и нет? Атлантида не миф. Ну да, через столько-то веков. Но его не убедишь. Геродот прав. Она существует. Неужели? Это правда? Невероятно. Расскажи мне о ней. Здесь я должна была встретить своего отца. Знаешь, Пифагора? Это он. Твой отец живет в вулкане? Пифагор? Нет, не может быть. Он ведь не бессмертный. У него был жезл древней цивилизации. Он-то и сохранил ему жизнь. Вот в чем дело. Как это очевидно. Самиго, раз он твой отец, пусть присоединится к нам. Отец был упрямцем. Он хотел сохранить знания об Атлантиде в тайне. Ха, ясно. Так вот, в кого ты такая упрямая. Он сочувствует твоей потере. Ничего. Вам придется молчать об этом. Никому ни слова. Обещаю. Но люди должны знать. Мы поведаем им о таинственном мире. Геродот. Хорошо. Вот и славно. Нам пора в путь. Это... Как обычно. Вот эта вставка с Кассандрой перечеркивает всю игру абсолютно. Это говорит о том, что Кассандра в любом случае победит. Это было похоже на концовку игры. Вот как концовка игры, это было бы нормально. Может быть. Но как про. Я ищу истину. Но это, блин, не концовка. Все мифы несут в себе правду. Но их даруют нам боги,
чьим словам нет причин не доверять. Я до сих пор не понимаю, что нужно Лейле Хасан. Что? Ну она взяла копье, и что она с ним будет делать? Она будет там сидеть у этой Атлантиды теперь до конца своих дней? Вы оба так помогли мне. Совсем не важно, кто из вас прав. Это, кстати, да. Тебе ли не знать? Ведь ты полубог с орлом на плече. И, возможно, тоже бессмертная. Ну, конечно. Но одно известно точно. Это приключение я никогда не забуду. Я еще раз скажу, в этой игре нет логики. Вообще нету. Привет, Антон. Я уже увидел, как Кассандра умерла через несколько веков. Ты представляешь, Антон? Она, оказывается, еще в настоящем времени жила. Она с жезлом стояла, жезл носила с собой несколько веков. Да, мэн, да, я что-то уже вообще играть не хочу. Это настолько перечеркнуло все, всю игру, что кошмар просто. Эти основные квесты, ну давайте, выполняйте их, ладно. Игра нам уже сказала, что Кассандра выживет, победит и все такое. Но мир слишком затянулся, а нужен хаос. И Лейла Хасан говорит, и я буду за хаос. И это говорит Кассандра, так значит ты хочешь установить равновесие между хаосом и миром. Мир уже не нужен никому, нам нужен хаос. Бред какой, господи. Я еще так вот... Боги перерождают. Все возможно, конечно. Все возможно, учитывая, что... Мы возвращаемся... Учитывая, что... По игре так, мы возвращаемся в другое время. И как бы... Видим жизнь человека, который жил в то время. Да, в Древней Греции были и минотавры, и медузы-горгоны. Конечно, это же не мифы, это все реальность. Победили медузу-горгону мы, а не Персей, естественно. Не Персей медузу-горгону побеждал. Блин, горение капец у меня началось. Скорее бы уже закончить нафиг. Да, сюжет тут, конечно, просто я не знаю. Может, кого-то такое поразит. Но, блин, это выглядит как концовка. Кассандра умирает. Отдает копье главной героине, с которая синхронизовалась с Кассандрой. Блин. История это не игра, так что пофиг, ну понятно. Где все пофиг, наверное. Логика-то тоже должна быть. И в игре. Кино это тоже не история. Значит, можно как угодно. Исторические фильмы так как угодно и переделывают. Специально. Чтобы ты не знал настоящей истории. Так же тоже можно сказать. Ну, а знаете почему? Ну а чё, пусть будет. Пусть будет. Я состязаюсь в борьбе. Ты шутишь, похоже. Мы ждем лишь одного бойца. Ты стикла. Он захлебнулся. То есть лишнего хлебнул.
Я заменяю его. Ладно, ладно. Не горячись. Небывалый случай. Но если мы отменим бои, волнений не избежать. Что ж, ладно. Состязание скоро начнется. Колесницы будут. Что ж, идем. Люди хотят скрыть или украсить правду, но правда все равно написанная. Все равно написана в книгах. Следуй книгам, я считаю. Понятно. Бороться будем. Добро пожаловать! С радостью представляю вам Каллия! А магний будет. Почтенного судью Олимпии, снискавшего звание чемпиона на этом ристалище. Друзья, для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Я читал про игру. Люди говорят, что любят эту игру за свою историчность. Слова и приступим к делу. Рома, я в курсе. Начнем соревнования. Рома, я в курсе про этого Тестикова. Я раздавлю тебя как муху. Я знаю, что он. Кулаки не будут тебе рады. О, кулаки. О, да, конечно. Больно. Нет, о боги, хватит! Бог. Это просто. И это все? Это только начало. Это фигня какая-то. Наша участница готова к поединку. Посмотрим, справится ли она с Эрастом. С Эрастом Фандориным. Удачи. Это я так прикалываюсь. Ну давай, давай, давай. А может вот так? Бах, 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 бах. Вот ваш и раз. Толпа ликует. Но это не все. То есть? Это все ваши Олимпийские игры. Не так ли? Скоро начнется последний бой. Могучая Кассандра против чемпиона Дариэя. Сюжет писали, конечно, просто, я не знаю. Ну дела, подумать только. Я стану... Ну здесь еще нормально, ладно. О, ты дерешься даже лучше меня. Да естественно. Ты вообще на драчуна не похож. Хотя, если бы Сократ согласился на это... Алкивиад, ты в порядке? Я был с Демофаном и Калием. Они уважаемые олимпийские судьи. Перепил, что ли? Ты как из чаши Медеи испил. Медеи? Думаешь, отравили? Вы что, выпивали? Это же игры. Почему бы и нет? Мы были в Ляне-Дайоне. Антон. Кстати, да, и Антон. Многие любители вот этой игры говорят, что она историчная. Вообще, вся серия Assassin's Creed, она историчная. Но те, кто историю знает, они говорят, что она не историчная, ну совсем. Если тебя отравили, нужно найти судей. Отравили? Думаешь, их тоже? Или... Нет, что ты. Трудно представить, что кто-то из них... Они всегда устраивают пиры в честь священного перемирия. Еще когда выходило этот... Побудь с ним. Ассасин первый. Люди разочаровались в том, что нам показывают современное время. Я откушу тебе всю руку. О, Калий это культист, оказывается. Когда Калий стал олимпийским чемпионом, о его победах начали складывать легенды.
Жители Олимпии знали и любили его. Никто не мог предположить, что победы достались Калю нечестным путем. Никто, кроме культа. Все кругом историческое для Антона. Что поделаешь? Таков Антон. Гора в долгую. Давайте убьем его. Давайте убьем этого Калия. Он культист, ему не надо жить. Что еще подтверждать? Но культа космоса тоже не было. Никакого. И Перикла культисты не убили по истории. Понимаете, вот Принц Персии, я к ней не придираюсь, потому что Принц Персии, оно само собой сказка. А тут показывают современное время и возвращение в прошлое с помощью специальной машины. Машины времени такой. Ну не машины времени, а специальной машины, которая синхронизует прошлое. То есть как бы уже сказкой нельзя назвать. Это в современное время показано. И все такое. Понятно, что выдумка, но дело-то в том, что тут кое-что другое. Это действительно был яд. И Алкивиад не единственная жертва. Алкивиад-то почему живой-то, алё? Алкивиад должен же умереть. Давно пора. Просто не люблю Алкивиада. Мир и без того хрупкий. Нормально тут всех прям отравили. Солнце зашло. Люди не могут жить за счет какого-то жезла веками. Это уже мистика. Это уже какая-то сказка пошла. Причем эту сказку смешали с настоящим временем. Я, кстати, вот не помню, что по Assassin's Creed так вообще делали. Смешивали настоящее время с ненастоящим. С прошлым. Запах странный. Тем более до нашей эры. Свежее. Еще и Кассандра была одета в современную одежду. И имя торговца. В современном времени. Где она ее достала, а фиг его знает. Так и есть. Яд. Его добавили в еду и вино. А слышал, Кигиад такой живучий. Почему он не умирает? А потому что он, наверное, главный персонаж. Все умерли от яда, а Кигиад живой. Ну, от калия мы избавились. Есть понятие игровая условность, есть понятие, не знаю. Ладно, я долго это объяснять буду. А теперь нам нужно поговорить. Нет, прошу, я просто выполнял приказ. Заяц, ты умрешь мне нафиг. Теперь приказываю я. Прошу, я думал, что мы просто замедлим их ради победы. Ради денег. Мой друг Алкивиад, возможно, уже мертв. А ты говоришь о деньгах. Друг? Золотой мальчик? Я был там. Он выживет, если ты достанешь противоядие. Золотой мальчик. Скажи, где оно? Оно должно быть в крепости Кореб. Там, где мне дали. Если что, он спит туда. И с мужиками, и с женщинами. Он золотой мальчик.
виновный поплатится. Иди и не попадайся мне больше. Да, спасибо. Мы уже культиста убили. О, кто-то пришел. Кто-то уже пришел убрать его, наверное, да? Ну, это обычное дело. Дело в том, что вот смотреть, как вот этот героиня умирает, а потом тебя заставляет за нее опять играть, ну это бред. Сделали бы это как концовку, да и все, и забыли бы. Но они продолжают. Ну ты, разраб, вообще серьезно? На этом игра должна была закончиться. Добудьте противоядие. Алкивиада спасать. Обязательно это. Мне он не нравится. И она говорит, мой друг Алкивиад. А каким фигом-то он мне другом-то был? Она решила за меня, что он мне друг. Он мне никакой не друг, блин. Я даже не флиртовал с ним. Ни разу. Игра заставляет тебя выбирать друзей. Точнее, навязывает тебе друзей. Даже если тебе неприятно. Ой, горит меня, горит. Я могу что сказать? Как говорят крыжуры, сюжет так себе, геймплей так себе, но графика красивая. Главное, это графика. Важно, что графика, но если графика красивая, то 10 из 10 однозначно. Я такой, что? Даже если сюжет ни о чем. Да вообще все равно, какой сюжет, главное, графика красивая была. Найдите древнюю стелу. В смысле? Я вроде все стелы нашел. Они меня просят найти то, что я уже находил, или это какая-то дополнительная? Вторичная игра. Я могу что-то оправдать, если оно подано как не историчное или еще какое. Если God of War это естественно является просто слэшером, никаких этих нет претензий. Да, про бога, который уничтожил других богов. Ну и что? Нормально? Это нормально. Им же не управляет какой-то другой человек из настоящего времени, сидящий в анимусе. А хотя зачем мне эти стелы и всякая фигня? У меня опыта не прибавляется, так что я пойду отсюда. У меня даже опыт уже не прибавляется. Все. Мне уже качаться нет смысла в этой игре. У меня максимальный уровень. Больше 50-го нельзя. Крепость кореп. Это противоядие. Я уже думаю, как бы закончить. Но у меня еще культистов осталось. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть культистов осталось. Лучше не попадаться. Сегодня, наверное, не закончим. Шесть культистов — это много.
На самом деле там мало, но я не знаю, где они. Так, а можно напрыгнуть на него? Тебе не повезло. Так, противоядие. Спасти друга Алкивиада, который мне не друг вовсе. Тут столько много, конечно, намеков на однополость. Это капец. На однополые отношения. Это страшно. Ну, однополые отношения, это ладно. Это еще, так сказать, мое субъективное. А вот насчет вот этого, насчет историчности, насчет вот этого перехода в современное время. Кассандра в современном времени выжила. Что, блин? Как? Благодаря этому посоху. Ну это же логично, посох. Посох делает тебя бессмертным. Это перечеркивает весь смысл игры вообще. Потом, ну, дальнейший смысл игры. Мы уже знаем, что Кассандра выживет. Мы уже знаем, что она добьется мира. Она так и сказала, что я переборщила с миром. Нужен хаос. И так говорит. Я за хаос. Что? И от этого мне еще хуже становится. Какой за хаос, блин? О, господи. Ну, есть люди, которые вообще играют просто и ни о чем не думают, просто играют. К сожалению, есть такие. А многие даже историю не читали. Поэтому им все равно. Мидас, блин, тут. Культист. Царь Мидас, культист, да? Конечно. Который превращал свинец в золото. Такой культист, конечно. Что, спасем его, да? Вот, противоядие. Какой он живучий, а? Все сдохли от яда, а он еще живучий. О, дайте вина, чтобы перебить вкус. Средство, достойное Гиппократа. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Кажется, тебе осталась одна схватка. Идем. Блин, когда Фалета отравила финский солдат в этой, в Миссаре. По-моему, в Миссаре, да? Нет, сейчас вспомню. Миссар, по-моему. Когда у них это, когда они с Кирой собирались, да, в Миссаре, когда они с Кирой собирались пожениться, Фалет умер мгновенно от яда. И никакое правдивоядие не пришлось искать. А здесь умирает Алкивиад. Он может не умирать сколько угодно от яда. Блин, а ты еще в противоядии. Блин, ну это тупо. Ну, потому что Алкивиад нужный персонаж в этой игре. Это как в Dragon Age, блин, Зевран, блин. Дядь, нет, Зеврана можно хотя бы убить. Да, Зеврана можно убить.
за его предательство. Хотя там Зевран постоянно всех предавал. Он и своих предавал. Ой, блин, Зевран такой персонаж. Ну как Алкивиад. Только Алкивиад еще не сражается, а тот еще сражается. Тот еще может тебя убить. Если ты ему не будешь... То есть если ты Зевраном не будешь флиртовать, говорить на любовные темы с ним, и почти до самого, что есть... А, не буду говорить, до чего. То он тебя предаст и скажет своим, чтобы они убили тебя. А если ты будешь с ним флиртовать, он скажет, что ты ему дорог и все такое. Там никак от этого не избежать. Это по сюжету положено. Флиртовать с Зевраном. Даже если тебе не нравится геи, ты должен с геем все равно. Да. Это, конечно, кошмар просто. Как бы тебе нравилось, не нравилось, но ты должен. Игра так хочет. А выиграть сражение с его бандой и с этим Зевраном, это надо гриндить. Если ты не хочешь Зевран никаких дел иметь, то придется его убить. И тогда ты лишишься одного члена команды вообще. Замечательно, да? Твой новый соперник Дерей. Он ведет свой род от самого Геракла. Ну и что? Я готова. Уже билась с олимпийскими чемпионами? Я много с кем сражалась. И у всех них были не только кулаки. Начинаем. Культист будет? Покончим с этим. За Геру. Мы знаем, что вновь прибывшая показала себя достойным соперником. Но посмотрим, сразит ли она чемпиона Дарьея. Да сразит. Не беспокойтесь. Я не придираюсь к тому, что хрупкая женщина бьет здоровых мужиков. К этому я не придираюсь. Потому что UFC показала, что это возможно. Хотя UFC все-таки не такая настоящая, как многие думают. UFC почти как рестлинг. Ух! Вах! Ну-ка, все. Победа. Бах. Победа! Да! Боги! Были снисходительны к ним, к нашим атлетам. Но победитель будет лишь один. Спарта! Тоже мне атлеты, блин, просто драться. Твоей будет вечная слава. А ведь должны были быть гонки на колесницах. А их вырезали, понимаете? На E3 показывали гонки на колесницах, люди такие, вау. А потом, не будет гонок на колесницах, мы их вырезаем. Греческие атлетки. Атлетки, атлеты, понятно. Интересно, мужиков в атлеток можно превратить? Мужиков в атлеток. Мне кажется, можно. Но если дают скины атлетов и атлеток отдельно. Ну и чё? Какие у нас задания остались?
что встретить с Мирин и Брасином. Встретиться с матерью настоящей, ее матерью, естественно. Не матерью Вэйвы Хасан. Не с матерью Вэйвы Хасан. Ой, блин, капец какой. Нет, я помню, в Фиер-Эффекте тоже была смерть главной героини показана. Тоже. Но она сама видела свою смерть. Потому что... Ну, такая мистика была. Ну, Фиер-Эффект же он не совсем... Кто-то говорит, Фиер-Эффект это не хоррор, это экшен, экшен, экшен. Ну да, там такие хоррорские моменты такие. Но нет, это не хоррор, это экшен. Ну, конечно. Даже как говорят, этот экшен, а он in the dark. Вон из Dark Action. Кто-то говорит Resident Action. Да все кругом Action. Если так верить. Если так вот супс. Если послушать, почитать, что говорят. Игровые сайты пишут Action Adventure. На играх, где надо просто прятаться и ходить. Такой адвенчур. Ходить в темноте. Alien is Isolation. Action Adventure. Почему? А может, по-моему, это survival. Какой-то, какие там приключения? Вот это я могу назвать. Кстати, Assassin's Creed нету ни в Action Adventure почему-то. Ни в это. А нет, есть. А нет, в Action Adventure, в Action RPG нет почему-то. Игровые сайты не считают, что это RPG. Что за странные игровые сайты? Зато они считают аниме отдельным жанром. Аниме это отдельный жанр, представляете? Это не стиль рисовки, это отдельный жанр. Как же горит со всего этого? Ну как говорится, сколько людей, столько и мнений. Но не надо эти мнения игровых журналов в абсолют вводить. Кто-то считает, что Diablo это RPG. Учитывая, что Diablo это hack and slash. Ну говорят, ну Diablo же RPG, там же прокачка есть. Ну, прокачка есть. Ну тогда и слэшеры это RPG, там тоже прокачка есть. Не знаю, почему ассасин не считают RPG. Ну вот этот ассасин это RPG. Первый, да, первый ассасин не RPG. Ты чё сказал? Много охраны. Не глупи. Не глуплю. Ну, он сказал мне здесь не место, прочь. Я его послал прочь. Блин, с Мирин Брасидом как далеко-то, а? Окей. Убить или не убить? Убить или не убить? Вот в чем вопрос. Болото Лерны. Добытие артефактов игра должна была закончиться, реально. Потому что смысла остальной игры вообще уже нету.
Это как будто концовка, реально, конец игры был. Ну, блин, ну серьезно. Смерть Кассандры показали, а, блин. Ну, мы все равно за нее должны бегать опять. Вы знаете, вот любой такой сериал, фильм, да, ну, прям, смотрите. Вам где-нибудь в середине показывают смерть всех персонажей, а потом заставляют вас опять смотреть дальше этот фильм. Вот такое у меня впечатление сейчас. И такие думаете, так а зачем? Они же показали, что персонажи умерли. Что-то изменится? И ты такой смотришь, до конца смотришь, а ничего не меняется, все то же самое. Вот я еще раз напоминаю, что сценарист Assassin's Creed Odyssey, он же написал сценарий к новой игре Ghost of Tsushima. Так что смотрите, что вам призраки Цусимы подготовят. Ну, рада буду повидаться с мамой и Брасидом. Вам же люди это... Ну, ой, как же, не в люди, блин, чё я сказал? Чё я хотел сказать-то? Люди же ждут призраки Цусимы. Надеются на что-то. Я когда узнал, что сценарист этой же игры один и тот же, то я понял. Точно ждать ничего не стоит. А сейчас я подавно уверен, что опять будет какая-нибудь отсебятина. Ну, с Ghost of Tsushima проще, потому что она все-таки не связана с настоящим временем, я думаю. Я? Да так никто. Но ты... Ты величественнее, чем говорил Брасид. Может, вон та статуя в твою честь? Брасид? А он как тут замешан? Так он говорил. Придет могучий воин со сломанным копьем. Про величие не сказал. Кстати, мы сделали квест двух царей. А что у нас? Брасид умеет распознать воина. Моя слава переживет статуи. Она и пережила? О, да. Люди должны слагать о тебе песни. Аркадий, ты настоящая легенда. Где Брасид? Я хочу с ним поговорить. Ну, конечно. И с той женщиной тоже хочешь поговорить? Стой. Вы похожи. Скажи, где они? Мог бы. За это Брасид мне и заплатил. Так почему нет? Он пожадничал. Ага, понятно. Возможно, он убил, да, Брасида? Ну, то написано было, наемник. Ух ты, зараза! Ух ты, уродец! Да, блин, нафиг тебе! Мерзкая сволочь! Что? Убью нафиг. Моя слава переживет статуи. Серьезно? Скажи мне, где они? Или я срежу эту ухмылку с твоего лица. Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Говори, где она, или умрешь. Говори, где моя мать, или отправишься к вратам Аида, насаженный на копье, как гусь на вертел. Прошу, пощади. Говори. Они на утесе около Тегеи. Так они живые. Ты сказал, Брасид не заплатил. А кто тогда? Говори, или будешь болтаться на этом дереве на собственных кишках. Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасид накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт?
Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Зря ты мне угрожаешь, Малака. Я не угрожаю. Я обещаю! За тебя назначена награда. Не боишься разгуливать средь бела дня? Сейчас добазаришься, дурак. Оставил тебя в живых, урода. Не знаю, оставлять его в живых, не оставлять. Ладно, пофиг. Он всего лишь наемник. Ладно. Убить или не убить? Еще дальше бежать, да? Ну понятно. Вот нам осталось только Аркадия и вот это. Ну еще Македония, я ее вообще не смотрел. Да и как-то и желания нет. Я понимаю, бывают такие фишки, когда два персонажа встречаются. Бывает, но это как-то обдуманно сделано. А здесь это просто сделано, чтобы было сделано. Ну а почему бы и нет, да, кстати. Вот. Такая фишка. А чё, не встречались из настоящего и прошлого персонажа? Ну а почему бы и нет? Сделаем. Какой повод найти? Да никакого повода, просто сделаем, да и все. Ладно бы Лейла Хасан как-то быть с помощью машины времени вернулась и... Ой, попала бы сюда, и они бы встретились. Это бы я понял. Но Кассандра ждала ее веками, ну вот это странно. Зачем Кассандре ждать веками кого-то? У нее собственной жизни, что ли, нет? Или будет какое-то проклятие у нее? Не знаю. Светло. Что я пытаюсь в сюжете логику искать? Убить или не убить? Но этот архонт назначил за нашу голову, блин. Так, кстати, культист. Ну, культиста мы раскрыли. Культ угрожает семье культиста, продолжите вашу одиссею. Ну, если угрожают его семье, то, может быть, его убивать не надо. Культист веселится в обществе Гетер. Хорошо ему, наверное. Но сюжетный поворот, мне кажется, вряд ли какой-то будет. Богам, ты здесь. Я получила весть. Я пощадила твоего посланника. Он тебя предал, Брасит. Культисты, о которых говорила Мирин, заставили Лагоса объявить награду за твою голову. Теперь мало кому в Аркадии можно будет доверять. Мы насадим голову Архонта на пику. Это будет послание царю-культисту. Мы должны выяснить, что творится в Аркадии. Попробуем решить проблему с Лагосом, не обнажая меча. После того, что произошло с Дельцом,
Толпа жаждала крови. Насилие не единственный способ. Я дельца не убивал. В любом случае, Лагос нужен нам живым. Аркадия кормит Спарту, и это обязанность Лагоса. Он работает не на Спарту, а на культ космоса. Значит, нужно спасти его от них. Думаешь, он захочет оставить культ? Угроза и подкуп не его методы. Он крестьянин, не убийца. Что ты задумал, Брасит? В отличие от Мирин, я думаю, нужно действовать тихо. Для начала я загляну в его убежище. Вдруг найду что-то интересное. Ну а ты что думаешь? Отправим Архонта в царство Аида. Лишим Спарту запасов. Пусть фальшивый царь собирает крохи. Как это хорошо. Архонт, кого ты знал. Он служит культу. Вовремя я появилась. Это точно. Но пора принять решение. Мне нравится план Брасигна. Твоя стратегия разумна, Брасит. Спасибо. Я очень рад. Чувства не дают вам ясно мыслить. Лагос кормит и защищает тысячи спартанцев. Если он погибнет, может начаться хаос. А нам надо это? Убежище. Дом к северо-востоку от Тегеи. Встретимся там, а пока не натвори глупостей. А вдруг его план не сработает? Трусливый Архонт прячется в крепости Самикон. Безобразная громадина. Можно достать его там, правда, он под надежной защитой. Так ослабим эту защиту. У него много солдат и полные амбары зерна. Он так расстроится, когда их лишится. Где именно мне искать солдат Лагоса? Кто-то может быть в казармах в Тегее. Есть еще лагерь и крепость в лесу контрабандистов. Убей всех солдат, и мы ослабим его защиту. Где мне искать амбары? Зерно он прячет в колыбели пана. Сожги все, и его богатство улетучится вместе с дымом. Проблема в том, что мирные жители пострадают. Нам зачем это надо? Я проверю, чем занят Лагос. Удачи, дитя. Ты не понимаешь. Речь не об огне и зерне. Это личное. Архонт Лагос, Пелопоннесский союз. В ходе этой войны многие земли смогли быстро обогатиться, в их числе была и Аркадия. Ее зерновые поля, обеспечивающие спартанцев пищей, стали лакомой целью для культа. Лагос, номинальный правитель Аркадии, не был обычным культистом. Он желал мира и спокойной жизни со своей семьей, пока не стал послушным орудием культа. Понятно. То есть у него не было выбора. Я могу это понять. Переломить хлеб. Ожоги четвертой степени. Так. Я присевный палач. Убейте Лагоса. Можно не убивать. Говорите с Брасидом. Вошло спасение и шантаж. Убить или не убить? Да, опять мы бегать-то будем. Опять ходим. Игра, я стикс просто сломаю. А, может, у меня место закончилось, поэтому я бегать не могу. Ну да. Историческая игра. Так, пошли птицу. Сейчас совсем много ничего не нужно. Деньги не нужны. Так.
здесь бдительные стражники. Очищать локации уже нет смысла, опыта не дают. Опыт дают, но он никак не прибавляется. Поэтому только один способ закончить игру просто. Досрочно. Без выполнения всех квестов. Эгея. Училище Афины Палеады. Пицца. Я говорю про игры, что в них не должно быть выдумки, там персонажи, например, выдуманные. Но дело тут в другом. Зачем исторических-то персонажей путывать? То есть убивать исторических персонажей, как Периква. Культ космоса убил Периква. Что, блин? Чем-то настоящее время смешивать с прошлым. Пришла Кассандра, она ждала веками. Капец, блин. И дождалась. И отдала этот жезл или что там. Бежище Арконта. Должны быть доказательства. Ты здесь? Значит, Лагос жив. Что это за место? Лагос очень известный человек в Аркадии. Здесь он ведет более личные дела. Объясни, к чему защищать того, кто хочет убить меня и мою мать? Я давно знаю Лагоса. Однажды он спас моих солдат от голодной смерти. Для этого человека поступать столь бесчестно немыслимо. Что ты хочешь найти? Если узнаем, кто стоит за Лагосом, не придется проливать кровь. Разве спартанцы не пьют кровь на завтрак? Крови мне хватило на всю жизнь, но надежда жива. Ты размяк, Брасит. Когда Леонид пал в битве при Фермопилах, мы все сплотились против общего врага. Афиняне, спартанцы, все сражались плечом к плечу. Ну да. В чем дело? Тут кто-то есть. За тобой следили? Нет. Хорошо. Принес письмо от Лагоса. О, стражник культа. Отнесем его к обгоревшему дереву у золотых полей. Там его заберут и передадут в убежище. Надо стражников культов просто убить. Письмо от Лагоса? В нем могут быть ответы. Пойду за ними. А ты обыщи дом. Найдите место встреч.
Горевшее дерево. Бейте стражников культа. Нужны они мне. Освободите узника. А кто узник? Меня забрали вместе с семьей Лагоса. Думала, нам конец. Где они? Под землей. Их охраняют. Иди расскажи все моему другу, Брасиду. Он в старом доме к северо-востоку от Тегеи. Хорошо. Тебя прислали сами боги. Это еще и раб. Беритесь до убежища. Перебьем культистов. Ах ты зараза. Да остались с этими щитами. Идите сюда. Да что это такое? Ты будешь готов. Вот он, вход. Интересно, что внизу? Ох, вот спасение и шантаж. Без глютена. Следуйте пещеру. Тра-та-та-та-тан. Тра-та-та-та-тан. Культист. Это стражи культистов. Лагоса. Я бы долго тут не протянула. Спасибо. Кто ты? Кассандра. Меня прислал Брасид. Мы идем домой? Пока не знаю. Нас давно держат в этой пещере, а от Лагоса нет никаких вестей. Вы свободны. Но к Лагосу пока не возвращайтесь.
Эти люди все еще с папой? Ты слышала о культе космоса? Только слухи. Когда муж нашел себе новых друзей, у нашего дома появились стражники. Все ради вас, сказал он. А потом они же притащили нас сюда. Ради вас. Они принуждают твоего папу к плохим вещам. Я спасу Лагоса от этих страшных людей. А как же мы? Я не вернусь к этому псу. А наши стражи мертвы. Мы в опасности. Ступайте к Брасиду. Он мой друг. Он в убежище к северо-востоку от Тегеи. Там Лагос проводит тайные встречи. Ты злишься, мама? Благодарю тебя за помощь. Мы найдем Брасида. Хайре. Тара-тара-тан. О! Где? Помогите мне! Я вырежу тебе все! Вот только помогите, кричала. Они тут стоят. Ясно с вами все. Так, что же нам сейчас сделать надо? А ну убить теперь? Я присяжный палач. Я сказал, бегите к Брасиду, а они за месяц стоят. Видите, Лагоса. А не убивать его нельзя, что ли? Или можно? В Тегее зверей в три раза больше, чем людей. Как бы не встретить хищников? Почему две точки? Лагос. Жесть, как далеко. А, казармы. Их упоминала мама. Казармы. Но они сейчас нас нападут. Бейте всех солдат Лагоса. Мы не будем этого делать. Наверное, по квесту матери. Ну или Мерин.
Надо, наверное, пережитствовать. Долго же мы бежим. Можно, конечно, на коне поскакать. На коне вроде как более побыстрее. Ну, не всегда быстрее. Интересно, коня прокачивать можно? По-моему, нет. Жаль, что они убрали гонки на колесницах. Самое интересное по мне. Блин, волки. И какой-то лес пустой, вопросов вообще нет никаких. Почти до него добрались, надо сделать перерыв. Ладно, всем спасибо, кто смотрел в записи. А те, кто на стриме, никуда не уходите, я скоро вернусь.